Абсолютное большинство – это не абсолютная власть и не управление в одиночку. Так действующий премьер-министр и лидер, победивший на воскресных выборах социалистической партии Португалии, Антонио Кошта, обратился к сторонникам после объявления результатов подсчета без малого 100% бюллетеней. Португальцы, отдавшие нам большинство голосов, определили, что следующей правительственной программой будет программа социалистической партии. На нас возложена четкая миссия – перевернуть страницу пандемии и мобилизовать все силы на восстановление и процветание страны. Согласно окончательным результатам подсчета голосов, у социалистов 117 из 230 мандатов в однопалатном парламенте. Лидер занявших второе место социал-демократов Руй Рио признал свое поражение, поблагодарил сторонников и поздравил соперника. Имело место подавляющее полезное голосование среди левых. Они мобилизовались, чтобы не дать социал-демократам возможность выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Справа такого не произошло. Единство вокруг социал-демократов не получилось. Мы не смогли помешать Антонио Коште продолжить работу.